Марченко, выпускница Харьковской средней специальной музыкальной школы по классу Ларисы Валентины Хлебцовой. Сейчас она учится четвертый год в моем классе. Это Украина, наши гости. И она исполнит знаменитое произведение из Рубленной серии «Солгартистами» «Танцы с Люси». Танец священный и светский. Плод Люси, солистка Евгения Марченко, дирижер Александр Кулин. Thank you.
Спасибо.